саженцы черной смородины черный аист, либо с нигром, гарантия высоких урожаев. Данный кустарник относят к сортам со средним сроком вызревания. Сорт отличается ягодами крупных размеров. Они практически не блестящие матовые каплевидные формы, весом от 1,6 до 3,1 грамм. Кожица средней плотности и толщины, эластичная, что является преимуществом при транспортировке. Отрываются легко, сухо. Вкусовые качества высокие, ягода мясистая, приятная, кисло-сладкая. Сорт характеризуется высокой зимостойкостью. Плюсом является самоплодность и повышенный иммунитет к клещу и грибковым поражениям. Данному сорту присуща высокая урожайность и технологичность ягод. Кусту характерна сильнорослость, ветви растут компактно, густота побегов средняя. Высаживать лучше с южной или юго-западной стороны, на солнечном участке, защищенном от ветра. Смородина черная, черный аист – это многолетнее растение. Смородина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола смородина черная, черный аист можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. Расцветает смородина черная, черный аист в месяц май-июнь. Цветок окрашен в желто-зеленый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме трехлопастный. Смородина черная, черный аист имеет средний срок созревания. Цвет плода черный. Вкус сладкий. Обратите внимание, что смородина черная, черный аист – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.